Сегодня я покажу, как полететь на Луну в Space Flight Simulator и обратно. Поехали. Делаем вот такую вот ракету и запускаем. Делаем так, то что эта точка выше вот этой вот линии. Выходим из-за вот этой вот линии, вот сюда вот. Выходим и начинаем газовать вот по этой линии. Сбрасываем топливные баки, когда заканчивается топливо. Делаем так, чтобы ракета вращалась вокруг Земли. Луну выбираем как цель. Ждем, пока ваша ракета достигнет стартового окна. Газуем, пока эти цифры не спадут до нуля. Когда на нуле, отключаете двигатель. Ждете, пока ракета достигнет этой точки. Делаем так, чтобы эта линия смотрела прямиком на Луну. Когда линия указывает на Луну, начинайте тормозить. Когда надо, отстреливайте ступень и садитесь.